Берлинер здесь, в Москве, и мы все вместе приветствуем автора на сцене Большого зала Московской консерватории. בפסטיבל לילות לבנים של קרליה. מהצליל הראשון התאהבתי בסרגי המדהים כמוסיקאי ואישיות. הוא הפך להיות שותף ונולדה הקדנציה תפילה שתשמעו אותה היום. Впервые мы встретились с Сергеем Антоновым чуть более года назад на фестивале «Белые ночи Карелии». И буквально с первого звука его виолончели были сражены и поражены его невероятным талантом, невероятным звуком его инструмента. Сергей стал нашим партнером, и так родилась каденция, которую вы услышите между второй и третьей частью по его просьбе, которая называется «Молитва». והמיוחד הזה אני שמח להקדיש את כל הקונצ'רטו חלום יעקב לסרגי אנטונוב. В этот праздничный вечер я хочу сообщить вам всем и Сергею, конечно же, о том, что я решил посвятить ему это произведение, так что с сегодняшнего дня и далее оно будет исполняться во всем мире с посвящением Сергею Антонову.